На видеосвязь с председателем правительства вышел и исполняющий обязанности губернатора Кубани Вениамин Кондратьев. В своем выступлении Медведев затронул основные достижения и проблемы в демографии. Так, например, впервые за 20 лет удалось выйти на естественный прирост населения. В прошлом году он составил 30 тысяч человек. В 2014-м на свет появилось на 17,5 тысяч малышей больше. Увеличилось и количество многодетных семей. Вместе с тем есть и тревожные тенденции. Вырос показатель смертности. Премьер-министр поручил регионам проанализировать причины. Для этого создадут специальные краевые и областные комиссии. Что касается Краснодарского края, то по показателям смертности сегодня он занимает 38 место среди российских регионов, а по рождаемости вошел в пятерку лидеров. В прошлом году на Кубани родилось около 73,5 тысяч детей. И в 2015-м такая положительная тенденция продолжается. За первые 4 месяца на свет появилось на 266 малышей больше, чем за такой же срок в 2014-м. 14.